Приветствую всех любителей вышивки на своем канале. Дорогие друзья, сегодня я хочу с вами вместе в онлайн, скажем так, режиме полистать три английских журнала для вышивки крестиком. Как вы знаете, я подписана на два издания. На один из них, Cross Teacher, я вроде как отменила подписку. Они мне ответили, что да, мы вам вернем деньги, но пока что денег нет, и может быть такое, что я и дальше буду получать эти журналы. Хотя они мне, скажу вам честно, не нравятся. Ну, да ладно, не такие там уж большие деньги. Но, с другой стороны, и так места мало, где все хранить. Но другой журнал, The World of Cross Stitching, мне очень нравится. Конечно, факт тот, что я не буду все из них вышивать, даже не буду все то, что мне нравится вышивать, в связи с тем, что все равно есть эта нехватка свободного времени, но мне дарит этот журнал такое удовольствие лишь от одного просмотра, пролистывания страничек. Ну и давайте, я скажу честно, когда я их получила, я такого, знаете, глобального и серьезного просмотра сама не произвела, поэтому буду с вами сейчас листать, смотреть. Видео, наверное, получится длинным, так что берите кофе. Печеньки не берите, потому что весна не за горами. Ну ладно, это я шучу. Берите все, что хотите. Печеньки, кофе, чаек, булочки, пирожки. Еще что хотите. И давайте вместе полистаем. Ну, давайте начнем. Как говорится, знаете, у меня есть две новости. Хорошая и плохая. С какой начнем? И почему-то всегда все начинают с плохой, чтобы уже, так, знаете, ух, собраться, выслушать плохую новость, ну а потом уже получать удовольствие от хорошей. Поэтому давайте начнем от журнала, который мне не нравится, Cross Stitcher, но это, знаете, сугубо мое мнение, поэтому, может быть, кому-то понравятся какие-то дизайны, и я... Это только мое мнение. Итак, первое, что было в этом журнале, это вот такой вот подарочек. Можно вышить вот такой вот домик, это тоже получается как косметичка needle case. Ну, в общем, для иголочек. Мне опять-таки дизайн не очень нравится, какие-то цвета такие не такие, что мне бы приносили бы удовольствие. Ну, вот там все есть, давайте-ка посмотрим, я еще даже, видите, не смотрела. Да, тут фетр есть вот вложен, два кусочка фетра. Ну, может и ничего. Вот опять-таки, наверное, это, знаете, как и с наборами. Сам вот на превью все некрасиво, а когда начинаешь вышивать, может и ничего. Может быть, я и вышью такой домик, потому что вот я сейчас вынула вот эти два кусочка фетра, они такие классные, такие мягенькие, такие приятные на ощупь, и ниточки совсем такие красивые. Ну, посмотрим. Пока что я, конечно, и иголочка. Ничего не говорю, потому что в ближайших планах точно нет. Но знаете, как бывает, стрельнет в голову, не знаешь что. Ну и давайте начнем листать сам журнал. Так, эти пока что, наверное, отложим, чтобы они не отвлекали внимания. Прошу прощения, у меня насморк никак не заканчивается. Я уже не знаю, как с ним бороться. Девочки, посоветуйте какие-нибудь мне, может, рекомендации дадите. Потому что я немного отклонение от журналов. Я существую на отревине. Вот честно, я не знаю уже, что делать, я без отревина жить не могу, у меня постоянно забивается нос, постоянно, ой, не знаю, Саша все мне пытается внушить, что очень помогает перекись водорода, но я пробовала это, не знаю, для меня это полный бред, ничего мне не помогает. Все, извините за отступление, поехали. Итак, что нам предлагает Cross Stitcher? Нам предлагает вот такую подушку в осенних мотивах, потом нам Cross Stitcher предлагает вот такие вот небольшие вышивки с городами, какие-то небольшие вышивки на одежду, брелочки, в общем, немало, скажу так, прикладной вышивки, открытки, и что тут еще, и еще одна подушка в таких индийских мотивах. Ну, давайте полистаем, открываем, тут у нас схема домика, может быть, вы знаете, может быть, 5%, что я, может, вышью. Подробная инструкция, как это исполнить. Дальше поехали. Дальше у нас приветствие, рекламы. Так, ну еще тут у нас теперь содержание. Ну вот эта подушка может ничего, но опять-таки ее вышивать это будет очень, так знаете, нудно. Мне нравятся цвета в этой подушке. Ну ладно, давайте дойдем уже до определенных картин и будем смотреть.
Вот такие цапельки, да, может и ничего. Ничего такие. Но вы знаете, у меня есть пара цапелек. Самые любимые мои, это те, которые я еще давным-давно покупала в Литве, как только начала вообще вышивать. Это было, как говорится, давно неправда, 8 лет, может, назад. И они мне служат верой и правдой. Чуть-чуть стерся, скажем, стерлось золото, но они стригут и режут очень хорошо, никаких проблем. Мне не очень нравится, как они лежат в руках, поэтому я не болею ножничками, хотя знаю, что девочки другие коллекционируют. Тут у нас предлагают подписку, спасибо, не надо. Тут у нас, как вы знаете, разные письма читателей, какие-то предложения. Так, дальше, идем быстрее уже. Ну вот тут вот я не понимаю, что они тут предлагают вышивать. Что-то такое, каких-то мандала, не знаю. Я этим всем не могу сказать, что интересуюсь. Да, это все не мое. Но я знаю, что есть люди, которые это любят и ценят. Итак, первый дизайн. У нас подушка в таких, я не знаю, скажем, осенних мотивах. Хотя, что тут они, Season of Plenty. Ну да. Ну, может, ничего. Ну, конечно, я подушку... Ой, надеюсь, что могу сказать. Знаете, хотя говорится, никогда не говори никогда. Но почему-то я думаю, что я не буду никогда вышивать подушку. Потому что меня просто загрызет совесть, если я начну... мазюкать свою, скажем так, спину на подушке, которую вышивала. Я все равно люблю картины. Ну вот схема опять-таки очень примитивная, мне она не нравится. Знаете, подушка такая в стиле, если такая, боже, как это называется, что сейчас все вышивают? Я забыла это слово, девочки, которые сейчас все очень вышивают. Сэмплеры, во, почему-то мне вот эта подушка ассоциируется с сэмплерами. Хотя, может быть, ничего общего, я не знаю. Сэмплеры тоже, вы знаете, я не моё. Так, сладенький как мед. Вот такой вот прекрасный улей, да, где пчелки несут свой мед. Но я так представляю, если сладенький как мед, то, скорее всего, это улей. Хотя изображены тут, ну да, видимо, пчелки, но такие не совсем удачные. Они мне более похожи на стрекоз. Предлагается вышивать, я так понимаю, на равномерке. И это вот, это что? Это картина или что? Это видно так просто. Ну, какая-то миниатюрка. Кстати, вот такие цапельки я себе тоже в Англии приобрела, на Сьюансо. Но, вы знаете, они грубоваты. По сравнению с моими цапельками, которые у меня есть, вот те старющие от DMC, вот эти, они грубоваты. Они такие какие-то большие, но они мне... Не, ну, конечно, я ими пользуюсь. Кстати, они тут где-то возле меня недалеко, но да, я не достану сейчас до них. Я ими пользуюсь в своем вышивальном уголке при станочке Stitch Smart, где у меня все с японками. И там все, знаете, так очень уж стационарно, ничего не двигается. Там ножнички у меня, вот эти цапельки. Все разложено так, что шаг влево, шаг вправо, как говорится, расстрел. Поэтому вот так. А своими DMC-ножничками я пользуюсь такой, знаете, как это, в полевых условиях. То там вышивают, то там на своем станочке от Elbes кругленьким. Так, дальше тут у нас тоже письма читателей, рассказы. Какие-то вот показывают они, где что происходит. Какие-то выставки. Ну, в общем... В общем, показываются интересные факты. Кстати, почитать в этом журнале есть что, но я почему-то не читаю, не знаю почему. Я люблю историю, я подписалась, я, может, уже говорила, на исторический журнал World of History или History of World, ну, что-то типа того, или BBC History, я сейчас не помню. В середине октября должна получить, и, может быть, тоже сделаю обзор. Вот это я точно буду читать. И еще я очень люблю читать, вот тоже вам сейчас покажу, раз уж пошла такая пьянка, как говорится, режь последний огурец. Вот я люблю вот что читать, чуть-чуть тоже... Отступление от тематики, вот, я люблю вот это все читать, вот это я все перечитала, мне все было интересно, про авиалинии, про аэропорты. Кстати, вы знали, что, сейчас я вам покажу, девочки, очень интересный факт, я сама была очень удивлена, приятно и, ой, сейчас, подождите, так, где мы еще, по-моему, в этом журнале,
Так, ну где ж тут этот... Так, 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 так. В общем, что есть... вот, да, кстати, London City Airport. Вы знаете, что он находится прямо в центре Лондона. Я вам сейчас покажу, как он выглядит, девочки. И мальчик, если кто смотрит. London City Airport выглядит вот так. Посмотрите. Вот он, в центре города. Вот видите, вот посадочная полоса. И если так посмотреть, вот... Вот как выглядит London City Airport. Ну, он очень маленький, но сам факт, что вот так вот посадочная полоса, как видите, она посреди водоема. Вот Лондон, центр города. В общем, интересный факт, поэтому я люблю вот такие журналы, обожаю их, читаю. Тоже поднимаю свой уровень английского языка. Конечно, это нелегко, могу сказать, но это надо делать, я хочу развиваться. И еще вот, как вы знаете, я очень люблю историю. Вот этот журнал я тоже прочитала. Конечно, фактов новых отсюда я не узнала, потому что, ну, я, может, конечно, громко тут заявку сейчас громкую вознесу, но я очень много прочитала литературы или материала про Третий Рейх, но мне всегда все мало, я всегда стараюсь читать еще больше, получать информацию из разных источников, мне это очень интересно, сравнивать, где, как преподаются те же самые факты, поэтому, в общем, интерпретации разные, вот такие журналы я люблю. Так, дальше, все, сори, поехали дальше. Вот тут можно вышить такие, ну, может, это я и сделаю, Лондон, да, ну, вроде как, была в Лондоне, можно и вышить, посмотрим, не знаю. Хотя, ну, конечно, можно самим изменить цвета, сделать поярче. Символика Лондона изображена, самое главное, да, вот Биг Бен, Лондон Ай, вот мы тут были с Сашей, очень мне понравилось. Кстати, недавно, ну как недавно, может, пару месяцев назад, там был, по-моему, то ли там, ну что-то там было в этом Лондон Ай, то ли там с кабиной какая-то проблема была, то ли там взрыв где-то возле него был, то ли какой-то террористический акт, что-то типа того. Я сейчас боюсь вам соврать, если я говорю какой-то бред, вы меня поправьте, но что-то там было, я не очень заострила на этом внимание, но я просто понимаю, почему именно, если там уж и был террористический акт какой-то, или процесс, протест какой-то, просто там, возле этого Лондон, ай, такое скопление людей, вы не представляете. Так, Соня прибежала с колокольчиком. Да, там такое скопление людей, что там очень, ну, может, я грубо скажу, такое, знаете, ну, благодарное место для недоброжелательных людей, в общем, если не хотят на себя обратить внимание, то вот Лондон, ай, знаете, вот почему террористы всегда взрывают такие большие самолеты, то есть, ну, не самолеты, а рейсы, где много... разных наций, а потому что это сразу привлекает много государств ко вниманию. Вот и тут то же самое. Там туристов просто со всего мира. И поэтому, да, в общем так. Дальше у нас тут телефонная будка, конечно же, Tower Bridge. Ну, зонтик, потому что Лондон без... Вообще Англия без зонтика не представляется. Ой, ну как мне нравится дождь. Девочки, вы не поверите, я просто... вот вчера работала, и я сижу, смотрю погоду и думаю, лишь бы завтра вот у меня выходной был бы дождь. Мне так нравится дождь, я уже вам, наверное, все мозги прожужжала, но я просто не могу не поделиться своим ощущением. Ой, мне очень нравится дождь, наверное, видимо, поэтому меня судьба сюда и привела, в эту страну, где дожди, просто каждый день обязательно идет дождь. Дальше Биг Бен, ну и, конечно же, знак метро, символика Лондона. В Нью-Йорке я... Так, где у нас тут Нью-Йорк? Нью-Йорк у нас был, по-моему, на другой стороне. Ну, в Париже я не была, хотя у нас есть планы сгонять в Париж, потому что тут совсем недалеко, и, ну, надо выбрать, конечно, время. В общем, в Париже... Ну, Париж тоже, конечно же, Эйфелева башня, метро, вино, как я понимаю. Туфелька это означает, видимо, моду, потому что все-таки, как ни крути, Париж это столица моды, так уже, знаете... принято считать, и кофе, ну, кофе, не знаю, вроде как кофе больше, я бы сказала, мне ассоциируется с Бразилией, с Южной Америкой, ну, да ладно. Ну, и Нью-Йорк, кто был в Нью-Йорке, наверное, узнает символы, ну, конечно, я тоже знаю статую свободы, самый главный символ, ну, а других, вы знаете, я не очень знаю, ну, джаз, конечно же, в Нью-Йорке, ну, кто был, наверное, знают. Так, дальше поехали. Тут что-то интересно, кстати, вот этот дизайн, ничего, такая тактичка смешная, одетая.
Тут что-то такое интересное, типа вышиваешь бэкстичем и вкрапление какие-то материалов, вроде как такая аппликация идет. Вот девочка с юбочкой, пару крестиков, чуть-чуть бэкстича и кусочек материальчика, типа юбка. Ну, может и ничего, идея, ну, конечно, я этим заниматься точно не буду. Может быть, это вот для кого, знаете, дети занимаются, какой-то пробуют начинать вышивать, пытаются войти в рукоделие. Может, это ничего, но это точно не для меня. Так, дальше. Дальше у нас тут тоже, вот тоже таксу вот так можно нарядить. Сама идейка, конечно, ничего, но мне не нравятся дизайны, и этим я заниматься не буду. Так, дальше что тут у нас? Ну, для совсем уже маленьких вот такую вот лошадку можно вышить. Давайте-ка мы сразу это пролистаем, это мне не интересно. Так, интервью Дженни Блэйр. Кто у нас Дженни Блэйр? Так, она из Шотландии. Да, вот она такие вот небольшие сэмплеры производит или сочиняет. В общем, женщина занимается таким вот делом. Интересно. Вот, кстати, вот этот дизайн осенний мне вот совсем нравится. Я так понимаю, это у нас вышивка гладью. Но этим тоже я заниматься не буду, так как у меня очень много планов, очень много идей. Вот это полотенце, кстати, мне очень понравилось. Но опять-таки, вышить полотенце и чтобы им потом вытираться, ну не знаю, нет. Прикладная вышивка это абсолютно не моя. Можно, конечно, вышить такое полотенце, повесить для декорации, но это я буду знать, что оно висит для декорации. Саша придет, вытерет лицо и замазюкает мне моих... Боже ж, как они называются, эти птички? Как же они называются, о боже, фламинги, во. Поэтому этим тоже мы заниматься не будем. Хотя идея такая прям няшность, нежность. Мне нравятся такие розовые нежные тона, все-таки я из этого не выросла. Знаете, как говорится, в подростковом возрасте нравится все такое розовое, девичье, ми-ми-ми, пи-пи-пи. Мне хоть уже 33 года, мне все равно все нравится розовое, няшное, красивое. Поэтому такое полотенце, такой дизайн ванной комнаты мне совсем по душе. Так, дальше. Дальше у нас тут прайс тайм. Дарятся призы вышивальщицам. Тоже интересно почитать, но я предпочитаю тогда уже лучше почитать про авиалинии. Ну, такие вот. Почему-то, вы знаете, не поверите, я когда увидела вот этот дизайн, я сразу вспомнила Жанну Рон. Я не знаю почему, просто у нее какое-то было видео, по-моему, где она вышивала на джинсовую юбку что-то там, какие-то такие побрякушечки. В общем, я не помню точно, но что-то было, потому что это видео я еще смотрела давным-давно, когда еще мы жили в Литве, поэтому, простите, уж если я говорю не совсем точную информацию, но что-то типа того, поэтому... Я вспомнила Жанночку Рон. Вот такие вот кеды можно вышить, но это я тоже делать не буду, потому что мне это не к чему. Так, корреспонденты кросс-стичеры со всего мира опять-таки. Откуда тут у нас? Так. United Kingdom, Italy, Англия опять. И Англия. Да, молодцы девчонки, пишут, что-то рассказывают. Вот, кстати, тоже дизайн. Жанна Рон, ну не Жанна Рон, но просто она именно русский YouTube познакомила с Body Threads. Так, ну буковки, может, вот, кстати, алфавит, по-моему, на русском алфавит. В предыдущих журналах я вообще хаяла во все стороны алфавиты, но вот эти ничего, эти еще куда ни шло, такие милые зверюшки. Вот это я, может, даже могла бы вышить где-нибудь свое имя, ну так. Мышки, кстати, тоже вот такие прикольные. Пандочка, зайчик. Ничего, не могу сказать, что прям ах и ох, но как для кросс-стичера могу сказать ничего совсем. Особенно вот эта лиса мне нравится. Такая закуталась, такая вся красивая. Да? Я тоже так люблю. У меня есть такая красивая шубка. Я так себе всегда этот мех наставляю на лицо и чувствую себя очень-очень красивой. Да, кстати, вот вы знаете, что касается темы животных, вот это вот вся, да, защита животных, я очень люблю животных, я, ой, боже, столько говорю, столько лопочу вообще. В общем, что хочу сказать, я за права животных, я не пользую, допустим, косметику, в общем, я сама себе противоречу, скажу так. Я не пользую косметику, которая производит опыты над животными,
Но я ничего не могу поделать. Я не могу носить, допустим, дермантиновую обувь или никогда бы не отказалась от красивой шубки или там кожаного какого-то пальто. В общем, не знаю, закидайте меня камнями и меня распирать, знаете, на одной стороне сидит ангел, на другой стороне черт. Вот они меня раздирают. Один говорит: нет, защищай права животных, не надо тебе эта обувь. Купила я себе дешевые туфли из Примарка на каблуках. Они очень красивые, но они не кожаные. Я 3 дня в них походила, и я поняла, что ну не могу я носить дермантиновую дешевую обувь. Просто не могу. Конечно, я все понимаю, что есть хороший дермантин, дорогой, там какая-то обработка его идет другая, но все равно я настолько привыкла носить кожаную обувь, что вот тут вот этот вот черт меня истязает, и я ничего не могу с тобой поделать. Так вот, лисичка мне, в общем, нравится. Да, меня сегодня прет во все темы с вами болтать. А, тут, смотрите, даже циферки есть тоже, какие классные. Ну вот ничего, кстати, вот это ничего. Так, дальше, открытки вот такие. Ну, не знаю, не знаю. Не знаю, мне это опять-таки как-то так вот не очень. Такие, сама идейка может ничего, но мне они как-то дизайн не очень. Так, тут у нас опять реклама на подписку. Тут у нас вот такие домики, но я уже их вам показывала в начале видео. Ну, может и ничего, но очень уж такое монотонно. Ну вот, пилить это все одним цветом, не знаю. Могли бы хоть какие-то переходы сделать как-то так, а то как-то все в один цвет. Нет, 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 нет. Опять-таки, это может для кого-то, вот кто начинает вышивать. Но опять-таки, кто начинает вышивать, он просто замучается вышивать одним цветом и подумает: да ну я нафиг эту вышивку, одним цветом так пилить вообще неинтересно. Так что очень такой спорный вопрос, я бы сказала бы. Так, что у нас тут дальше? Брелки для ключей, ну тоже такие. Home-home, да, домик-домик, может и ничего, но я бы тогда поменяла цвета все-таки, потому что ну вот такие какие-то, ну такие уже... Такое чувство, что она грязная, замызганная и 1000 лет уже в обед. В общем, мне нет. Я бы тогда взяла какую-то блестящую канву, может быть, какие-то яркие нитки. Вот тогда, может быть, что-то я бы и сообразила бы. Так, дальше. Ишь ты, какой классный! Вот этого даже не видела. Вот, кстати, вот этот дизайн. Видите, какой меня восторг вообще бил. Класс, вот это класс. Вот этот дизайн... Походу, девчонки, будет вышиваться в 2018 году. Да, это я буду вышивать. Теперь так, записывайте вот этот момент, потому что если это не войдет в мои планы на 2018 год, все, я тогда сама себя фу-фу-фу, бе-бе-бе. В общем, почему я хочу вышивать этот набор, наверное, все догадались. Да, у меня папа, мой любимый папочка, когда-то был пилотом, и он летал на таком самолете. Да, и такие очки у него были, ну, не совсем, конечно, так же, но... Ну, не совсем на таком самолете, конечно, другой там этот самолет был, но сам факт. Все, это 100%. Видите, как хорошо, что я с вами перелистала этот журнал, потому что, когда я получила, я так, знаете, вскользь просмотрела, ай, ну и все. Ну, может, я спешила, может, я не знаю, что там было. Короче, я не особо внимательно разглядела этот журнал, поэтому... А сейчас я вот увидела просто в таком диком восторге. Не могу. Класс, класс, класс. Все, 100% буду вышивать. Ой, вот посмотрите, классная схемка такая веселенькая. Да, это человечек такой. Он прям реально похож на моего папу в молодости. Вот реально. Вот мама не даст вам соврать. Я, когда буду вышивать этот наборчик, попытаюсь как-нибудь вставить фотографию моего молодого папы, и вы поймете все. Так, да, это вообще просто газ, круто. Ой, не могу. Ну, такие мешочки, конечно, это вообще тоже не мое. Нет, не мое. Хотя... Итак, следующий журнал, который я вам хочу показать, это The World of Cross Stitching. Как видите, Britain's number one. Ну, конечно, то же самое было написано на Cross Stitcher. Это каждый для себя сам определяет, какой журнал для него number one. И номер 259, вот у них так, не по месяцам, а почему-то, вот, видите, 259, 4,99 фунтов плюс free gift. В общем, по-моему, эти наборчики были причислены к этому журналу, но я точно не уверена, может, следующему. Но в следующем журнале и так было очень много подарков, поэтому будем считать, что это принадлежит к этому журналу. В
наборчика, конечно же, канва, ниточки. Не знаю, буду ли не буду вышивать. Посмотрим, как у меня будет время перед праздниками Нового года. Посмотрим, что у меня будет вообще, скажем так, какие планы. Пока что не собираюсь. Так, что мне сразу понравилось с обложки, это, конечно, вот такие мороженки-пироженки. Ну, просто шикарные, вкусные, прям ням-ням объедение. Ну и давайте начнем листать. Так, ну, как всегда, приветствие автора, содержание журнала, может и ничего, посмотрим. Рекламка, что у нас будет, что нас ждет. Ну и давайте не будем заострять внимание на содержание, а поедем дальше к наборам. Тут вот вашему вниманию представлены гости журнала с какими-то своими... Ну вот, допустим, Том Брелли. Что вам нравится вышивать? Мне нравится вышивать портреты в черно-белых тонах. Вот, почему-то вот этому вот именно парню нравится вышивать портреты черно-белые. Вот, допустим, госпожу Джо Высели спрашивают, как вы начали вышивать? И вот она рассказывает, что она, в общем, 30 лет назад ознакомилась с вышивкой и с того времени не может остановиться. Ну, в общем, история, как вы понимаете, везде одинаковая, что касается вышивки. 30 лет назад вот человек начал вышивать, и все, он не может остановиться. Да, и я была права. Вот эти, конечно же, открытки принадлежат этому журналу. Схемки. Очень примитивно. Ну, вот такие дизайны я, допустим, рекомендовала бы начинающим вышивальщицам, потому что они веселенькие, красивенькие, разные цвета, и, в общем, используются в вышивке, и можно вот такие вот сделать открытки. И они тоже, кстати, быстро вышиваются, что поможет вышивальщицам, как говорится, знаете, быстрее увидеть, прошу прощения, результат и радоваться своей выполненной работой. Ну, вот эти маки, чуть-чуть они мне такие, если честно, знаете, такое чувство, что краски налили, чуть-чуть нет, они мне, что-то в них не то. Хотя мне очень нравится вот эта серединка мака, вот эти вот, я так понимаю, здесь, как же это называется... Фрузелки, хотя фрузелки, как мы видим, какие у нас вот тут будет type of stitches, да, типы стежков, cross stitch, fractional, что это, fractionals, не знаю, half cross stitch и back stitch, ну, в общем, полукрест, cross stitch, back stitch, и я так понимаю, все-таки узелков нету, хотя, ну, я так понимаю, что, нет, ну, вроде как есть французские узелки. Нет, французских узелков здесь нету, но так выглядит, скажите, что как будто французские узелки здесь исполнены. Но эти маки, конечно, я не буду вышивать, хотя Саша очень любит маки почему-то, ему нравятся эти цветы. Он когда-то меня, ну не то чтобы просил, но он был какой-то у нас с ним разговор, вот какие цветы вышить, он так, ну вот мне маки нравятся. Хотя где-то я слышала такую информацию, что маки вообще нельзя вышивать, что они несут там что-то, что очень что-то будет плохо. Вы меня, в общем, поправьте, или это я приснила, или какая-то примета есть, что маки вышивать нехорошо. Ну хотя столько девушек вышивают маки и нитками, и бисером, и гладью, и шелком, и как только они вышивают. Ну какой-то, значит, бред, может, я точно приснила. Так, письма читателей, ну письма читателей, все понятно. Вот здесь тоже письма все до сих пор читатели, они рассказывают о своих вышитых работах. Ну, вот здесь первый дизайн, лучшие друзья. Ну, слишком детский, конечно, дизайн, такой я вышивать не буду, но, в принципе, миленький. Красивые яркие цвета, интересный сюжет, ну, в том плане интересный для детей, да, вот такой милый котик, белочка, мимими, пи-пи-пи, дружба народов, все хорошо. Но это я тоже вышивать не буду. Схема такая, я бы сказала, не совсем маленькая. Так, сколько тут у нас? Ну, не маленькая схема. Боже ж, сколько? 120 на 120. Ну, не очень большая, но и не очень маленькая. Для начинающих, может быть, даже слишком большая, я бы сказала бы. Так, тут у нас опять, как всегда, рекламы целая куча. Вот реклама, да, реклама рулит. Тут у нас тоже какие-то, я так понимаю, небольшие рекламные какие-то проектики. Ну, вот это, конечно... Прошу прощения, нет, этого я... вот это типа очень прикольные, смешные, да, на Хэллоуин можно, но это тоже не мое. Вот, Yumi Delights! Как вкусно, не могу! Вот это я, наверное, что-то я из этих вышью. Мне особенно нравится вот этот дизайн. Такое, знаете,
Ну прям все. И вот эта главная розочка на самом верху, ну вообще просто я не могу. Сладкоежка для сладкоежек. В общем, да, сладости, точнее, Happy Birthday, Best Wishes. Ну, в общем, разные дизайны. Классные, классные. Конечно, не факт, что я буду их все вышивать, но вот это мороженое я, наверное, вышью. Тоже очень яркие цвета, схема, как видите, такая вот несложная. Оформить можно как хочешь, в открытку, в мини-картинку, как, ну, как вам угодно, в общем. Мне понравилось, обязательно вышью. Не знаю, девочки, когда, но хочется мне такую вкусняшку вышить. Тут другие у нас вот пироженки-мороженки. Так, тут у нас рассказывают эксперты, какие-то можно вопросы задать и вам ответят. Ну, это, конечно же, можно просто вбить в Ютубе, как это сделать, и вам все расскажут наши популярные блогеры. Ну, собачки тоже это не моя тема. Так, что у нас тут? Тут у нас тоже вот можно какие-то купить наборчики за такие небольшие суммы и вышивать. Вот этот морской конек мне, кстати, понравился. Очень интересный дизайн, очень красивый, но я, конечно, его вышивать не буду, но он мне понравился. Это такое панно называется, да, если я не ошибаюсь. Тоже в ванную комнату можно повесить. Ну, не знаю, может, когда у меня будет свой дом, если это какое-то такое чудо когда-нибудь в жизни свершится, может быть, у меня зайдет какой-то бзик декорировать квартиру именно вот такими какими-то небольшими элементами уже конкретно под какой-то интерьер, какую-то вот деталь, да, оформить, может быть, но на сегодняшний день это в мои планы не входит. На сегодняшний день у меня, что у меня на сегодняшний день? Японки, вы знаете, корабль, Султан Сулейман, в общем, другие у меня сейчас головные дела, головные боли. Схема мне вот тоже нравится, все понятно. Мне особенно, что впечатлило в этой картине, не сам этот вот конек, сколько вот эти вот, вот эти завитушечки, они так красиво сделаны. И я так понимаю, вот эти вот камушки, это бисер пришивается или французские узелки. Давайте посмотрим. Да, в общем, бриллиантики пришиваются. Ничего, ничего, мне нравится этот дизайн. Так, дальше, тут у нас все еще про этот же дизайн. Тут у нас тоже предлагается something old, something new. Ну, типа, лучшее новое, это забытое старое, как говорится, да? Так вот тут вот тоже какие-то, может, старинные дизайны воскресили. И опять предлагают вышивальщицам, я не знаю. Так, тут у нас реклама, я так понимаю, реклама какого-то магазина. Ну да, интересно, вот такая шкатулка, 74 фунта, order today, DMS, да, DMC. В общем, DMC или DMS нитки вот в такой шкатулке. Ну, шкатулка, конечно, милая, красивая, мне нравится. О, маленькие канадские вышивальщики. Тоже классно, вот дети вышивают, тоже все организуется. Какие-то встречи проходят. Ничего, мне нравится, когда вот так вот дети чем-то занимаются, классно. Так, подготовка к празднику Хэллоуин. Ну, я, если честно, знаете, не являюсь сторонником этого праздника. Я вообще его, если честно, не понимаю. Это что, типа, надо радоваться, что мертвые пристают из могилы и выходят, пугают. Я никак не отношусь к этому празднику, я его не праздную. Хотя тут очень это все популярно. И даже наши вот эмигранты, я в прошлом году вот был этот Хэллоуин, я в таком легком недоумении была. Потому что вот вообще в Литве Хэллоуин, его такого как бы нет праздника. Есть праздник, но не праздник, я бы сказала, день памяти усопших. И это считается очень такой, знаете, серьезный день. В том плане, что надо помянуть, вспомнить усопших, съездить к ним на могилу, побыть с ними мыслями, да, вот как-то так вспомнить их, помолиться за их душу и пребывать, скажем так, в спокойствии. Вот это в католическом мире, это есть такой вот день, 1 ноября. И вроде как Литва, люди в Литве себя импонируют как очень верующие, ну, да, но вот почему Хэллоуин так захватил, и вот вместо того, чтобы пропагандировать вот эту вот такую, наоборот, я бы сказала, красивую традицию вспомнить усопших, потому что не у всех есть время каждый раз на могилу съездить и мыслями побыть с людьми, которые уже нас покинули, так лучше уже этот день посетить этому, чем вот этой какой-то пьянке, гулянке. Всегда, еще помню, когда мы жили в Литве,
Хэллоуин диско, Хэллоуин партии, Хэллоуин клаб, Хэллоуин паб. Короче, ну бред сивой кобылы. Я не знаю, я являюсь противником этого вот всего. Я не являюсь противником этого праздника в той стране, где это зародилось, где эта традиция. Вот я так понимаю, Хэллоуин пошел из Соединенных Штатов. Но там это все, понимаете, натурально вот это так вот появилось, и люди это празднуют, потому что это их традиция. Но просто в наш мир, вот в бывшие страны СНГ, скажем так, или вот ту же самую Литву, ну, да, тоже бывшая страна СНГ, но вот в Литву как в религиозную именно эту Литву ворвался этот праздник и почему-то убил вот эту религиозную линию. Меня это просто... Я не могу сказать, что я являюсь какой-то, знаете, там, очень глубоко там верующей и очень глубоко там, как это, соблюдающая все традиции. Вообще, я, в принципе, православная, я не католичка, но я знаю, что... В католическом мире нет такого праздника, чтобы праздновать вот этот Хэллоуин. И вот, что я хочу сказать. В прошлом году, когда я уже жила в Англии, я наблюдала в Фейсбуке много девушек из Литвы, которые, знаете, этот праздник прям такие там устраивали карнавалы, переодевались там, все гуляли. В общем, такая тусовка. Я, в общем, этого не понимаю, поэтому Хэллоуин для меня... Конечно, дизайны милые, вот такие вот всякие монстрики, но... Не знаю. В общем, я надеюсь, вы меня правильно поняли, девочки. Никого не хочу я обидеть. Праздник, он все равно... Традиции в каждой стране есть свои, я так считаю. И когда это так вот, знаете, в течение 10 лет так было сильно наиграно, так это вот все, знаете, типа, вау-вау, Хэллоуин, мы такие все крутые, празднуем Хэллоуин. Ну какой нахрен Хэллоуин? Никогда не было этого праздника, всегда. Но как только заходит речь о... какой-то, знаете, типа, своей там государства, своего национальности, то вот уже мы, типа, вот за свою там страну, у нас традиции. Так, блин, если у нас традиции, так давайте соблюдать все традиции и не поклоняться каким-то чужим традициям. Не потому, что Хэллоуин плохой праздник, нет, но он хорош там, где он... празднуется, естественно, испокон веков, а не там, где его 10 лет назад почему-то решили праздновать, и теперь вот все празднуют. В общем, короче, меня уже, наверное, все закидаете сегодня камнями, прошу прощения, просто это мое личное такое мнение, и я не боюсь его высказать. Так, дальше, ну вот эти все дизайники неплохие такие, классненькие, конечно, всякие монстрики, совушки вот такие всякие, вампирчики, и мне что нравится, что здесь исполнено все в таком милом детском, особенно вот этот, посмотрите, какой смешной, не могу, зубчики такие, конечно, я-то вышивать не буду, но дизайники миленькие. Мне понравилось. Или вот эти вот. О-о-о. Так знаете, как можно сделать привидение? Просто надень на себя и будешь привидением. В общем, да, классные. Так, дальше что у нас тут? У нас тут, смотрите, был праздник, видите, был Handmade Fair 15-18 сентября. Ну, это я уже, конечно, профукала, но это было в другом городе. Ладно, неважно. Так, ну вот эти мышки, которые пекут пирог. Нет, это тоже не мое, потому что я панически боюсь каких-то насекомых в доме. Я постоянно, когда делаю уборку, использую самые термоядерные средства. Я мою полы всеми хлорками, шморками, потому что у меня какая-то паранойя. Также у меня паранойя, я никогда не пойду спать, ну, то есть на ночь, если меня хоть кружка останется непомытая. Ну, опять-таки, я не являюсь педантом, у меня может валяться книга, ну, допустим, вещи там, да, ну, как валяться, это так, может, грубо я высказала. Ну, то есть, меня не раздражает, если где-то там что-то не на месте лежит, но меня раздражает, если не помытая посуда, или если вот под попугаями эти перья начинают скапливаться, я каждый день там промываю полы, в общем, ну, такой вот у меня есть чуть-чуть пунктик, поэтому вышивать мышей, которые, в принципе, разводятся от грязи, я не буду. Хотя сама являюсь по гороскопу там этому китайскому или какому крыса. Но в гороскопы я тоже, кстати, не верю. Так, дальше что у нас? Тут у нас опять предлагают подписку. Да, тут у нас вот такую можно сумочку вышить. Ну, это тоже я делать не буду. Алфавит? Опять алфавит? Алфавит, наверное, все-таки с мишками. Ничего, но
не буду вышивать. Так, вот этот дизайн, кстати, ну, это в моем стиле, как вы знаете, я люблю все такое, уже говорила, ми-ми-ми-пи-пи-пи, золотая вот клетка, бабочка, это прям для Исайкиной красавицы, вот ноты музыкальные, это лотос прям из моих японок вынут, ну, такое, знаете, типа сэмплер, скажем так. Ну, я его тоже вышивать не буду, но дизайн мне, конечно, ничего, нежный, такой красивый, весенний к ноябрю месяцу. Так, что у нас тут еще? Ну да, тут все это еще про этот дизайн. Тут вот можно вышить игольницу, но тоже я игольницы не люблю вышивать. Я, кстати, ни разу не вышивала, но я бы для игольницы бы не вышивала игольницу, потому что мне бы было бы тоже жалко тыкать иголками мой труд, поэтому нет, это мы все проходим. Вот тут можно у нас сделать записную книжку. Ну, можно для рукодельного блокнота. Кстати, у меня была, девочки, идея купить себе, я прям сейчас не побежала в магазин, купить себе вышивальный блокнот, буду, думаю, писать. И поделилась своим желанием с Юлией Сайкиной, кстати, о птичках, как говорится. Только что про нее говорила, и вот разговор дальше пошел про нее. В общем, я ей сказала, говорю, Юль, говорю, хочу купить себе, буду записывать какие-то свои мысли, ощущения, ну вот при вышивании какой-то картины, потому что когда, ну вы знаете все, да, когда вышиваешь, вроде и то хочешь рассказать, когда начинаешь снимать видео, и уже ничего не помню, что хочешь сказать, поэтому думаю, вот я буду писать, такая вся буду прям... Она такая слушала и начала смеяться, говорит, ну, говорю, давай, и показала мне свой блокнот, тоже покупала себе специально там, типа, блокнот для каких-то там планов или там еще что-то. Ну, может, там две странички заполнены были, говорит, и все, говорит, закончилось. Говорит, если ты не писала, говорит, ты и не будешь писать, просто... В общем, я решила все-таки, что не надо мне этот блокнот, можно на каких-то, может, ну не знаю, может и надо, в общем, я в замешательстве, делитесь своими впечатлениями, пишите ли вы какие-то блокноты, оправдали ли они себя, потому что я не являюсь каким-то таким человеком, вот я знаю, есть девушки, которые очень там все любят планировать, там каждый шаг свой записывают, ну в общем, я не знаю, я не такой человек, я не считаю себя прям такой, знаете, бизнес-вумен, турбо-мегабайт, у которой там все поминутно расписано, я просто хожу на работу, хожу в зал, вышиваю и читаю, все. Уж я думаю, вот эти там 4-3 занятия я уже как-то могу распределить, и что там столько планировать, как другие девушки. Кстати, ну я знаю таких людей, которые тоже просто тупо ходят на работу или даже вообще не работают, но они почему-то все что-то планируют. Что они планируют, вы мне объясните. Может, я чего-то не понимаю, может, я тоже начну как-то по-другому планировать и может быть, буду больше тоже успевать чего-то делать. Хотя я считаю, что я достаточно много успеваю делать, ну, из своих любимых хобби, что мне приносит удовольствие. Я как-то... сумела в это время как-то так распределить, что я могу и повышивать, и заниматься спортом, который тоже отнимает очень много времени, поверьте мне. И сейчас я уже, знаете, освоилась уже в Англии, и мой духовный мир, скажем так, уже испытав такой огромный голод, вернулся к книгам, я в запой сейчас тоже читаю. В общем, вот так вот. Но планировать я не понимаю, что могу планировать. Но вот такой дизайн, конечно, можно вышить тем людям, кто изготавливает вот такие, да, всякие блокноты и украсить записную книжку. Ой, столько разговариваю, слушайте, уже у меня язык весь это сейчас отвалится. Так, ну тут у нас тоже рекламы, это нам не подходит. Как всегда, кроссворд у нас тут есть. Так. Ну вот еще тут дизайники ничего такие, да, смешные. Все еще тут у нас для нашего Хэллоуина вот такая вот Соня. Кстати, тоже с красным, ну тут розовый у нее ошейник. А мы Соня купили красненький, с колокольчиком она у нас бегает. Так, что у нас тут? Тут можно заказать себе, так понимаю, старые журналы. Но этого я делать не буду, мне хватает все, что у меня есть новое. Ну, еще тут вот пару дизайнов, собачка. И тут у нас уже реклама, что будет в следующем журнале, который мы с вами сейчас и рассмотрим. Так, поехали дальше. Итак, давайте посмотрим следующий номер, в котором было огромное количество подарков. Я сама была просто в шоке. Так, первый подарок у нас был вот такой. Осень 2017, ну тут более, сказала, не подарок, а каталог, что можно заказать, ну можно всяких интересных штучек здесь, конечно, посмотреть, но все такое, знаете, очень знакомое,
всякие пряничные домики, открытки, все уже такое на вот наборы Dimensions, на рождественскую новогоднюю тематику. Ну, тоже вот голды продают, не знаю, в связи с чем. Типа это что, очень дешево балерину за 47 фунтов купить? Я, по-моему, ее дешевле покупала. Хотя я не уверена. В общем, реклама, скажем так, наборов разных. С другой стороны, может, интересно. Вот мне, кстати, нравятся вот эти бодитрейдс. Вот «Алиса в стране чудес». Что-то тут у нас еще «Золушка». Сказки разные, да, в такой вот технике. Интересные дизайны, мне нравятся. Хотя тоже насчет того, что буду я или не буду их вышивать, все-таки, наверное, второй вариант. Вот этот мне очень нравится дизайн. Хотя я бабочек, в принципе, не люблю. Ну, то есть я могу на них посмотреть с очень далека и полюбоваться. Но их там ми-ми-ми, пи-пи-пи, няшными какими-то обнималками с ними заниматься, это нет. Я не люблю, когда они на меня садятся. Так, дальше. Дальше у нас была вот такой вот бесплатная схема такого котика Деда Мороза. Мне нравится он. Тоже можно сделать открытку. Буду ли этим заниматься, не факт. Так, дальше, что у нас тут? Каталог на 2017 год. Ну, тоже тут, знаете, разные рекламы, что тут можно приобрести, купить. Носочки всякие прекрасные. Я не знаю, это Дим, не Дим, может, это и не Дим. Совушки, шмовушки наши классные всякие. Вот малюсенькие вообще штучки. Но это все надо покупать, это все не бесплатно. Это просто вот вам вот эти юбки для бутылок классные. Это все нам предлагают купить, просто вот рассказывается, что имеется в наличии. Может, вы забыли, например. Вам про это забыть никто не даст, чтобы вы только покупали и тратили свои денежки. Да, ну, конечно, ничего, нравится. Вот еще, кстати, тоже предлагаются раскраски. Я как-то одно время хотела купить себе раскраску эту, но потом поняла, что лучше я это время посвящу вышивке. Так, вот этот календарь мне очень понравился. Календарь 2017-2018. Классный календарь. Вот здесь у нас уже пошли у нас сентябрь 2017 и весь год. И вот тут можно у нас вышивать. То есть мы вышиваем и потом сюда, так понимаю, приклеиваем, ну, как-то приспосабливаем вышитую работу. Вот такие вот классные штучки. Это все у нас будет в конце. Вот такие вот дизайны. Да, вот этот мне нравится, пасхальный такой, классный. Почему-то я его вижу пасхальным, хотя он тут, не знаю, к сентябрю почему-то новогодний. И вот, как видите, схемы. Да, это мы вышиваем и как-то приспосабливаем к календарю. Классный, мне нравится. Но, конечно, я этим заниматься не буду, но, в принципе, мне очень даже понравилось. И еще даже календарь на 2019 год, аж прям ой-ой-ой, как далеко. Так, и давайте уже приступим к журналу. Ну, подарков было много, почему-то я не нашла никакого подарка, типа, ну, открытки-шмокрытки, да, какой-то там, ну, не знаю, почему нету, но это не важно. Так, вот такие дизайны, снегири-гири. Мне понравились английские, вот это почтовые, боже, как это, почтовый ящик, но нет, не почтовый ящик. Ну, короче, где можно письма отправлять, я не знаю, как это называется, забыла. Венок наподобие Dimensions, ну, поехали. Так, что у нас тут есть, как всегда, приветствие. У нас, вот, кстати, сэмплер. Содержание, на котором мы останавливаться не будем. Опять гости, все как всегда, все то же самое. Тут у нас рассказывается про календарь. Так, что можно календарь вышить? Ну, вот эти снегири, они мне напоминают. Есть какой-то у Dimensions набор, как там, кардиналы какие-то, или как они там, такие птички красненькие. Что-то мне напоминает, навевают мотивы. Ну, вышивать я их не буду, потому что у меня есть, как вы знаете, очень мои любимые толстячки снегири, да, или какие там эти птички. Ну да, такие от золотое руно. Очень красивые птички, поэтому я их буду вышивать, а эти, ну, может, когда-нибудь, не знаю, посмотрим. Но на ближайшее будущее точно нет, хотя они милашки. Так, дальше у нас тут ваши письма, тут все ваши письма. Ну, вот этот осенний дизайн, может, и ничего, да. Осенняя такая тематика, но вышивать это тоже не буду, но
не сомневаюсь, что есть люди, которые... Вот почему-то мне кажется, что Настя такое вышивала бы мелко. Она так вот как-то любит такие всякие интересные вещички. Стильные, я бы сказала. Я люблю всю попсу. Вот такие вот осенние дары осени, скажем так. Ну, вот такой носочек с такой собачкой, это вообще не мое, я тоже не буду вышивать. Тут что у нас можно прикупить, опять реклама. Тут у нас, не знаю, что, алфавит такой, да, типа витраж, витражи. И можно вышить вот такие вот, сделать салфетки на Новый год. Вот, допустим, если кого-то зовут, из имя начинается буквой R, можно вышить вот такую букву R. И вот, и значит, человек, допустим, не знаю, там... Не знаю, кто. Это же сразу имя не приходит в голову. В общем, человек по имени, у которого имя начинается с буквы R, будет здесь сидеть именно на этом месте. Прикиньте, никакого имени не могу придумать на букву R. Ну все, вообще уже мозг атрофировался. Вот такие вот витражные буковки. Классно, мне понравились. Совсем красиво получается. Но вышивать это тоже не буду. Ой, посмотрите, какие козели! Ой, не могу! Буджи, посмотрите, ну это же Федор и Капитолина. Ну, правда, у меня два, один зелененький, другой желтенький, но вот такие вот милашки. Так, тут у нас опять собачка. Почему без конца собачки вышивают? Почему нету кошачьих мордочек? Я не понимаю, что за дискриминация какая-то. Так, тут у нас опять все пишут. Ну, вот такой венок рождественский, новогодний. Нет, я его, конечно, вышивать не буду. Я вообще не понимаю вот этого вот... как это, типа вышивки венок, ну то есть это типа картина или что, не знаю, мне это не очень интересно, поэтому вышивать я не буду, хотя сам дизайн красивый, что-то тоже наподобие Dimensions, но вышивать мы это не будем. Так, дальше тут у нас опять реклама, видите, очень много рекламы, тут у нас опять какие-то встречи рукодельные, что-то они тут рассказывают, тут у нас опять, как видите, реклама бесконечная. Так, ну и вот тут у нас, кстати, посмотрите, как дешево стоит станок Stitch Smart. Вот. Так, я сейчас вам почитаю. Короче, станок Stitch Smart с лампой и с держателем схемы стоит всего лишь 150 фунтов. Ну, 149,99. Я считаю, это дешево, потому что я за него платила намного дороже. Ну, ладно. Так что... Обратите внимание, и его можно купить, я не знаю, вот, вот сайт, вот такой сайт, не знаю, как там с международной доставкой, но я считаю, что это дешево. Так, поехали дальше, вот такие открытки уже, все, декорации к Новому году, можно готовиться уже заранее, ж прям, я вообще этот журнал получила, по-моему, в середине августа, в общем, с середины августа нас уже призывают готовиться к Новому году, ну, конечно, это классно, потому что хотя бы по одной вещичке, такой миниатюрке в месяц вышить, уже дом будет украшен. Но я как-то хладнокровно к этому отношусь. Я лучше буду продвигаться в своих больших картинах. Но дизайны, конечно, милые. Милые для Нового года, классно. Очень много всего, посмотрите. Это типа новогодние игрушки, но нет, я это, конечно, не буду вышивать. Я вообще говорю, я хладнокровно к этому отношусь. Так, у нас опять тут реклама. Посмотрите, я пролистала уже больше полжурнала, еще ничего такого толкового вроде как и не было. Ну, Home Sweet Home тоже такой, знаете, ну, может и ничего, но так, так себе. Я бы сказала, это не картина, это более такой символический элемент в доме. Просто, что вот все-таки дом это самое лучшее, что у нас есть. Самое родное, скажем так. Но так себе. Опять новые, другие открытки новогодние. Вот собачка шлет новогодние поздравления кому-то. Собачка с котиком запутались в гирлянде новогодней. Котик вот идет, бедненький, весь в подарках. Тут у нас тоже складываются подарки под елку. Тут у нас, походу, вообще пьяная собачка уже цепилась за фонарь, чтобы не упасть, а тут две собачки тоже такие полубухие уже тусуются, танцуют. Ну, это я так шучу, друзья. Не, классные дизайны, ничего не могу сказать, милейшие абсолютно, ну, вообще, просто дарят такую, знаете, радость какую-то, детские какие-то воспоминания с праздника Нового года, с празднования, выговорила это слово.
Не знаю, может, когда уже приблизится зима, Новый год, может, во мне какие-то чувства взыграют, и я что-то вышью. Хотя, опять-таки, в Англии здесь снега нет. Тут вообще целый год одна и та же погода, и ты не поймешь, то ли Новый год, то ли Пасха, то ли мой день рождения. В общем, поэтому не знаю, как у меня тут будет с настроением. Так. Тут есть, кстати, вот такой журнал. Я уже вам показывала, может, журнал именно... Вышивай открытки. Ну, может, и ничего, идея совсем, но... Сколько ты этих открыток навышиваешь? Ну, часы вот такие новогодние. Красивый дизайн, мне нравится. Вышивать, конечно, не буду, но дизайн красивый. Я вообще не знаю, я бы не представляю, как можно вышить часы, потом вот этот механизм весь сделать. Для меня это все слишком сложно. Я такой, знаете, люблю выбрать полегче путь, но не везде в жизни. А вот здесь такой интересный тоже, интересное панно для рецепта. Классная идея. Но, повторюсь, это уже когда у меня, если будет все хорошо и будет у меня своя кухня, вот тогда, может быть, я буду как-то какими-то элементами украшать свой дом. Пока что это мне не интересно. Ой, ну вот такая вот роза, горящая любовь. Ну, красиво, но вышивать тоже я не буду. Слишком много красного и розового цвета. И такое, знаете, уже потом получится... Я даже не знаю, куда это можно повесить. Не знаю. В общем, от всего сердца вам тут вот дарят такое сердце с розами. Но почему только две розы, как не знаю, как на похоронах вроде как. Не знаю. И вот и все. Кроссворд. А, ну вы еще вот такой вот японский сэмплер, кто любит сэмплеры и кто любит Оксана Дереза. Я знаю, ты любишь у нас очень вышивать японские мотивы восточные, и ты тоже любишь у нас вышивать сэмплеры, так это просто вот дизайн для тебя. Такая прям жар-птица красивая, которая дарит вам свои, точнее, осуществляет ваши желания. Веер такой красивый, японочка, сакура. Веточка, точнее, сакуры, японская посудка. Вот эти такие миленькие человечки. Красивый сэмплер, мне нравится. Может быть, даже, когда вообще будет нечего делать, может быть, я и вышью. Но это в далеком будущем. Вот и все. Back issues можно заказать, подписаться на электронный вид журнала, и все. И вот что меня будет ждать уже в следующем номере. Опять, вон, видите, пироженки-мироженки, но не такие вкусные. Я уже вижу, что... Но такие уже более рождественские. Все, вот так вот мы с вами полистали три журнальчика. Я прошу прощения, если я слишком много болтала не о том, о чем надо. Просто меня, знаете, понесло, как-то захотелось с вами поболтать, поговорить. Все, всем спасибо за внимание. Желаю всем хорошего такого настроения, какое оно у меня в последнее время. Все, всем спасибо за внимание и до скорых встреч. Пока!